На вопрос, как подорожание алкоголя в результате повышения акцизов повлияет на употребление спиртного, почти 50% опрошенных ответили, что подорожание никак не скажется на их поведении. Они будут покупать его столько, сколько покупали. Между тем, почти пятая часть опрошенных указали, что будут покупать меньше дорогого алкоголя, а более 15% респондентов сказали, что из-за подорожания алкоголя будут искать алкогольные напитки подешевле или возможность купить его нелегально. Почти половина респондентов в целом при этом одобряют антиалкогольную кампанию действующих властей. Опрос по заказу портала Delphi провела компания Spinter Tirimay.